Всем привет, это Шура Уткин и с вами... Никому не нужный блог. Как мы видим, за окном осень. А это значит 1 сентября. А это значит, мы сегодня будем считать детей, которые идут в школу. Смотрите, смотрите, пошла. Смотрите. Пошла. Эти, кажется, в универ. В школу собрали. День знаний. Вообще очень обидно, что наше общество уделило знаниям всего один день в году. Потому что узнавать что-то новое каждый день еще круче и интересней. Как и прочая дуальность нашего бренного мира, знания делятся на два типа. Случайно приобретенные и востребованные или необходимые. Поговорим о необходимых. Как часто вам приходится узнавать что-то новое? Да, и очень важно, мы не говорим про те моменты, когда нам хочется узнать что-то новое. Это просто рефлексия. Потому что самое интересное, это когда тебе нужно узнать что-то новое, чтобы решить задачу. А может быть, это только у меня так? Сегодня я еду в институт Отто, чтобы решить одну очень трудную задачу, которую мне еще не удавалось решить с первого раза. Сдать в отдел кадров весь набор документов за раз. Сзади меня Петербургский универ, который располагается в здании 12 коллегий бывших министерств Российской империи, а перед ним Императорский повивальный институт для бедных, ныне институт Отто. Цветочки красивые. Короче, это институт для беременных. А также здесь много крутых лабораторий, в одной из которых я сейчас еду. Добрый день. Вообще в Петербурге признак хорошего тона входить в любые заведения через курилку. Опа. В этом здании очень важно побывать на третьем этаже, чтобы потрогать нос Отто. Дмитрий Оскарович, добрый вечер. Опа. Это плевательница. Дверь в отдел кадров, дальше будет шок-контент. Просто эпичный фейл, все мое искусство ниндзя провалилось в трубу. Потому что сейчас 11 утра, а он работает с 13. Ну ничего, теперь я знаю, что нужно сверить график работы отдела кадров перед тем, как туда идти. Новые знания! Так как теперь у меня есть два свободных часа, в ход вступает наша регулярная рубрика «В гостях у Шана». Тонки-гренки. Бобрик. Мы обсудили будущий дизайн сайта игровой студии, ссылка в описании. Мы гуляем с кошками в саду. Я поймал ее. Ты, король лев. Дабл котин. Вот, кстати, сегодня 1 сентября, и куча народу пошло в школы, в вузы и так далее. И опрос. Верите ли вы в то, что это всего лишь на 20 дней, а потом опять будет дистанционка, или нет? Лично я об этом вообще ничего не думаю. Тем временем мы отправляемся на второй заход в отдел кадров. Вы спросите меня, как я начал снимать никому не нужный блог, а все потому, что... Я всегда с собой беру видеокамеру. Хочется есть, блин. А вот и, блин, теремок. Если честно, я не знал, чему будет посвящен сегодняшний никому не нужный блог. Пока не получил вот это сообщение. Приехала очень важная деталька, которую мы сегодня установим на Toyota Yaris. А пока зайдем в культовый автомобильный гипермаркет BB, чтобы купить рамку для номера. А то он держится на стяжках, и это не очень эстетично. И да, это не Toyota Yaris. Значит, сегодняшний наш блог классический автомобильный. Двойной. В лаваше. Хохлома. Кшель. Камуфляж. Уху. СДЭК молодец, внимание, анпак. Чё, бля? Короче, это в итоге оказалось вообще не запчасть, а крафтовый смычок для электрогитары. Пойдемте затестим его, никому не нужный блок. Девайс модный, светится. Тут у нас есть бас-гитара. Те самые веселые педальки. Чек-чек, 1-2. Ну что я могу сказать, штука крутая, работает как оригинал, ссылку на мастера оставлю в комменте. Спасибо тем, кто досмотрел до конца, вот так череда событий привела нас к этому моменту. Сегодня 1 сентября, на часах 4:20, никому не нужный блог. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, увидимся в следующих выпусках.